Вот я влип. Чего я дома не сидел? Бухал бы с корешами. Пилили бы деньги на госзаказах. Мог бы в депутаты податься. Так нет. Понесло меня в эту чертову зону. Да, я же умираю. Вот косяк. Чертова болезнь. Кстати, странно, ничего не болит. И чувствую себя сейчас просто замечательно. Может, я вообще уже умер и просто не знаю этого. Может, это и есть ад? Так, вроде выстрелы оттуда были, значит, сюда свернем. Блин, и все же одному тут ссыкотно. Прям как в фильме ужасов. Вот уверен, что сейчас резко обернусь, и сзади кто-то будет. Главное не обделаться от страха. Раз, два, три! О, а моя бывшая что в зоне делает? Ладно, если никого нет, продолжаем путь. А ну стоять бояться! А скоты, мать вашу! У меня инфаркт будет, вы как так тихо ходите? Если бы мы ходили громко, то уже знали бы все про загробную жизнь. Ты кто? Как зовут? Так, спокойно. Меня зовут бухгалтер, я типа новичок в зоне. Не вооружен, так что опустите стволы. Знаете, если бы мне давали по доллару каждый раз, как на меня наводили оружие, то я был бы богатым человеком. Реплика Микки Рурка. Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо. О, красавчик, ты знаешь классику. Не, красавчик это ты. Ты же один из предателей. Вы нам засаду сорвали. Фосфат. Сообщи Локи, что мы бухгалтера взяли. Что с ним делать? Локи, прием, это Фосфат. Слышишь меня? Прием. Это Локи, прием. Фосфат, идите по следу Кителя и его шайки. Как слышно, прием. Локи, ребята в курсе, что Киллисентаря двинулся в сторону мертвого города. Так что они сами к нам идут. Но у них отстал бухгалтер, и мы его взяли. В кепке такой гопник, хамоватый. Помнишь его? Прием. Слышь, поц, ты кого гопником назвал? А ну фильтруй базар, сморчок. А ну остынь, блатной. Да, чего это я нервничаю по пустякам. Гопник отличное погоняло. Мне уже нравится, я свыкся. Опусти пушку. Локи, он тут выеживается. Что с ним делать? Прием. Фосфат, я хочу лично убить врача и Кителя. Они мне нужны живые. Военного перед смертью тоже допросить надо. А этого мочите сами. Ценности не представляет. С меня награда за вынос этого мусора. Отбой. Ну, извиняй, ты сам все слышал. Ничего личного. Стойте, может договоримся? У меня есть бабки и связи. Вы же не беспредельщики. Повезло, что они сами идут на нашу базу. Мертвый город — это же наша территория. Слышь, Фосфат, свяжись с нашими, скажи, чтобы без нас засаду не делали. Только надо сказать, чтобы снайпера не убили их случайно. А то Локи будет совсем недоволен. Мне нужна твоя одежда и мотоцикл. Какого хрена? Как это? Мужик, честное слово, я сам без понятия. Это больно, но не смертельно. Вот смотри, сам попробуй. Стой, не шевелись, а то стрелять буду. Не психуй, норм, все, смотри. Он сейчас встанет. Ну, видимо, не получилось. Ничего, в следующий раз получится, я верю в него. Блин, а может мне в цирк пойти работать? Слышь, ты, фуфайка, фуфло, фосфор, фосфат, как там тебя звать? Куда пошел Китель? Только без названий, просто рукой покажи. Как это? Кто ты? Что ты такое? Благодарю. Теперь у меня есть автомат. Ха-ха-ха. Тихо! Мне кажется, кто-то идет за нами. Так, быстро прячемся за этот домик.
Отец Дмитрий, давно не виделись. Ой, напугал ты, окаянный. Нельзя так резко. Да вот за вами впустился вдогонку. Не понял. Ты же хотел остаться в бункере. И мы договорились, что ты нас там подождешь. Что случилось? Я подумал, что вы сразу к оазису пойдете и про меня совсем забудете. И вот я тут. Я же пообещал, что без тебя не пойдем. Мы бы точно вернулись. Взяли бы снаряжение и пошли бы к оазису после задания. Но как тебя выпустили? Ничего не понимаю. Что-то не то. Ну да, там еще недоразумение было. Эти ученые хотели у меня какие-то анализы взять, просили кровь сдать. Ну, я им сказал, что нет, я человек божий, и вот эта вся ересь ваша мне не нужна. И что? Просто так тебя отпустили? Мне помогла Библия. Они не совсем хотели меня отпускать, но Святое Писание, как всегда, пришло мне на помощь. Профессор Егоров, а в чем проблема? Почему его не должны были просто так отпустить? Неважно. Ни черта не понятно, но ладно. Давайте отведите меня на место и потом разберемся. Бред какой-то. Профессор, мы правильно идем? Похоже, да. Пока еще прямо. Фигово. Это же мертвый город. Да, мертвый город. Было бы легко, я бы сам справился, без вас. Что случилось? Что выясняем? Да идти придется через мертвый город. Так. Звучит не очень. Но кроме плохого названия, там есть что-то страшное? Ой, чую я что-то неладное. Хорошее место мертвым не назовут. Отец, вас вообще не звали, сами пришли ведь. Мертвый город — это место анархистов. Тут обитает свобода и разные отщепенцы, лихие одиночки. Но хорошо, что жутких монстров почти нет. Так, по мелочи. Нам точно надо туда идти? А то встреча со свободой сейчас будет похуже встречи с зомби. Не зомби, а зомбированные. И да, нам нужно туда идти. У меня на сканере 3 сигнала. Нужно все проверить. Они недалеко друг от друга, но в любом случае идти в город. Итак, мы пришли к свободовцам. Зашибись, новость. Кстати, врач и отец, одевайте противогазы. Я не хочу. Меня высшие силы защитят. Так, это принципиальный вопрос. Я откажусь от сделки, если вы не оденете защиту. Чего это вдруг такая забота о них? Ну, вы в зоне давно? Ты, военный, уже привыкли к таблеткам и уколам против радиации. А эти только пришли. Они еще не пострадали от изменений, не подвержены радиации, без мутаций клеток. Они же хотят после оазиса уйти домой в нормальный мир. Так зачем им калечить себя? Ну так-то да, довод существенный. Ну что, пей пиво, не отходя от кассы. Идем дальше. Наша первая цель где-то в центре города. Сейчас куда? Сейчас налево поворачиваем. Смотрите на окна. Могут быть снайперы от свободы. Не шумим. Так, стоп. Я потерял сигнал спутника. Сигнал пропал. Надо перезагрузить систему. Ужасное зрелище. Как будто война тут была. Брошенные города все похожи на послевоенные пейзажи. Одним это все кажется страшным и жутким, а мне даже нравится. Во всем этом есть какой-то уют, спокойствие и романтика. А монстры, они добавляют спокойствие или романтики? Когда привыкаешь, то уже особо не зацикливаешься на них. Зато сама жизнь в зоне другая. Здесь все проще, чем в большом мире. Может прозвучит странно, но и люди здесь лучше. Если друг, то навсегда. Вообще, когда привыкаешь, то потом сложно жить по-другому. А чего же ты тогда удирал из зоны с такой философией? Я столкнулся с кое-чем жутким, странным и неубиваемым. Возможно, мы еще его встретим. Это призрак, охраняющий оазис. Можно поподробнее? Он похож на сталкера, но неуязвимого, и охотится он на тех, кто знает про оазис. Что-то типа суперсолдата, который охраняет оазис. А можно побольше узнать про этого суперсолдата?
И где ты его встречал? Да вот как раз возле мертвого города он мне в последний раз и попадался. Все, сигнал есть. Хватит сказки обсуждать. Я вас нанял не для того, чтобы бред слушать про призраков. Налево и 100 метров прямо. Там наша цель. Стоп. Вроде сигнал с этой территории идет. Мы ищем одного ученого. Профессор Егоров, кажется, вы вот это ищете. Он похож на одного из ваших, но, к сожалению, он мертв. Да плевать я на него хотел. Чемоданчик с ним? Он целый? Кажется, он погиб в перестрелке с зомбированными. Оружие тут на месте, а значит, сталкеры не находили это место. Поэтому думаю, что и чемоданчик ваш никто не трогал. Прекрасно. Я заберу содержимое, и можем двигаться дальше, ко второй цели. Вроде первоначально речь шла только об одной цели. Вы же какой-то прототип собирались искать. Или внезапно планы поменялись? Эх, хабар валяется, а поднять некак. Уже и так забито. Некоторое время назад Архипов и Иволгин ушли на задание. В последний раз, когда я с ними общался, они были с прототипом. Но потом связь прервалась. Радар показывает все три маячка недалеко друг от друга. Мы нашли Архипова. Значит, еще недалеко нужно найти Иволгина и прототип. Что ж ученые пошли без сопровождения-то? Так получилось. Это не твое дело. Вы хотели сохранить что-то в секретности? И только когда ваша миссия провалилась, вы начали искать сопровождение, так? Хватит играть в что, где, когда. Надо идти дальше. Что там? Это зона, тут постоянно кто-то во что-то стреляет. Давайте проводим профессора и закончим уже эту миссию. Сейчас идем к окраине города. Прячемся! Давайте залезем в контейнер. Боже, зомбированный!